Есть ли у вас фавориты среди собак? Я собак люблю всех, у меня нету фаворитов. Единственное, у меня вот в приюте все знают, есть один такой, он у меня любимый пес, это Рэм, потому что у него очень сложная судьба, тяжелая, и когда его привезли, его сдала хозяйка за покус и сдала реально на усыпление. И когда отловка Кибрая привезла Рэма с другими собаками вот такого всего связанного, и других собак сказали, примите, а этого мы заберем на утилизацию. Мне позвонила тогдашняя наша смотрительница и фото отправила. Я увидела глаза Рэма, и все, я сказала, нет, давайте его в отдельный вольер, мы дадим ему шанс, и он будет жить. А Рэм очень агрессивный был пес. Даже смотрители боялись к нему подойти. 3 года Рэм не подпускал в вольер никого, кроме меня. Мне приходилось приезжать, убирать у него в вольере. Кормили его через совковую лопату вот так, потому что он, ну, агрессировал. А сейчас Рэм сама нежность. Он любит всех. Это мой Рэм, про которого я вам рассказывала. Он уже у нас 3,5 года здесь. Вот он каким стал.